Всем привет! В этой рубрике мы будем коротко рассматривать билды, их ротацию, и я дам оценку по таким критериям, как стоимость, эффективность в PvP-PvE аспекте и сложность. А сейчас подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие ролики. Поехали! Итак, сегодня билд на фаер-позах. Не пугайтесь от увиденных вещей. Я походу объяснил, для чего он нужен и для каких целей его использовать. Сам билд рассчитан на соло игру. Куртка наемника, далее шлем охотника, далее сандалии ученого и все пассивки на увеличение урона. Вовхенд саркофаг и само оружие лесного пожара с пассивкой на скорость каста. Есть вариации с фракционными накидками, но они не являются обязательными. К примеру, мартлок накидка, которая увеличивает защиту от базового значения армора, когда вы на лоу хп. Еда, омлеты и банка на хп. По умениям. В PvP первая кьюшка на одиночную атаку. В PvE АОЕшная вторая кьюшка. Но к этому вернемся чуть позже. На W ставим огненную стену, она в 90% случаев будет актуальна. И сама Ешка с большим уроном кастуется почти мгновенно, но сам снаряд летит очень медленно. Так что использовать его лучше в ближней и средней дистанции в плюс-минус 6 метров. По стоимости 5 из 10. Основные затраты — это мартлок накидка, но можно обойтись без нее, что существенно снизит стоимость. По тиру — это то, что вы видите сейчас на экране. Самый оптимальный вариант. По эффективности в PvE 6 из 10, а по эффективности PvP в тех условиях, где стоит использовать этот билд, 7 из 10. В этом выпуске я обобщу эти две оценки, так как они тесно связаны между собой. Во-первых, он работает идеально, подчеркну, неприемлемо, а идеально в красных зонах. Так как вы фармить будете исключительно АОЕ-кьюшкой, мобы будут рассыпаться, как и боссы, очень-очень быстро, как на этом примере. И у меня тут нулевые мастерки на посохе. Берете любую удобную вам фракцию и фармите фейм и серебро в больших количествах. И мы подходим к моменту, для чего вам нужны красные локации. Это время. Вам нужно знать заранее, когда начнется драка, чтобы сменить Q-спелл и отагрить мобов. И тогда вы сможете дать отпор многим. Как понимаете, такой фокус в черных зонах в большинстве случаев не прокатит. По поводу прибыли не переживайте, под фракция вы будете выносить не меньше серебра. В узких пространствах этот билд очень силен за счет стены огня, которая перекрывает полностью большинство проходов и позволяет получить огромное преимущество. Отхил с куртки идет максимально эффективно и быстро, так как все умения у нас — это дот урон. Сейчас вы видите на экране PvP нарезку одного человека, ссылку на него я скину в описании к видео. У него вы сможете посмотреть более наглядно примеры ротации и глянуть общую идею билда. Немного истории. Данный билд использовался в бете и на раннем старте, так что он не новый, но для большей части комьюнити забытый. И поэтому мне хотелось его показать. Он отлично подходит для соло прокачки артефактных огненных посохов. И если вы начали только играть, и вам зашли огненные стафы, это отличный выбор для освоения игры, так как броню вы сможете поменять под подходящее вам игровое мероприятие, а вот с оружием не так все просто. И перейдем к сложности. 5 из 10. Сложность заключается в грамотном нажатии стены для сбития многих костов противника и для того, чтобы отзонить врага. Как бы банально это ни звучало, но большую часть опыта для PvP вы получите после того, как убьете энное количество мобов, чтобы привыкнуть к механике некоторых спалов. В целом, это очень плотный, дамажущий и противный билд для вашего противника. На этом все. Подписывайтесь на канал и пишите комментарии, что вы думаете по поводу этого билда. Я их все читаю и на большинство отвечаю. И если есть желание поддержать канал, ссылочки в описании. А с вами был Эквард. До встречи в следующих роликах. Всем пока-пока.